Минимум два раза в день. Бобруйские троллейбусы теперь дезинфицируют перед выходом на линию и в конце смены. Администрация парка следует рекомендациям Минздрава. На салон уходит около 10 минут и 1,5 литра раствора. Когда троллейбусы в рабочее время, это вот в дневную смену, значит, перед тем, как зайти на ежедневный ремонт или ТР, значит, обрабатываются перед мойкой. Происходит обработка полидезом. Пандемия коронавируса серьезно изменила правила игры. Если раньше генеральную уборку проводили раз в месяц, пол, поручни и сиденья троллейбуса протирали смесью воды и ветоши, теперь работников парка от греха подальше экипировали защитными костюмами, масками и перчатками. Я считаю, что, на мой взгляд, это полезно проводить такую дезинфекцию салона троллейбусов, так как в сезон простудных заболеваний, и не только мы должны все заботиться о наших жителях-бобруйчанах, которые ездят в нашем троллейбусе. После того, как машину продезинфицировали внутри и снаружи, остается последний штрих. Салон обрабатывают чистой водой. Теперь троллейбус готов выйти на линию. Для водителей в троллейбусном парке и на всех конечных остановках повесили дозаторы с антисептиком. Также противостоят распространению коронавируса в Могилеве. В столице весь общественный транспорт и вовсе драет после каждого маршрута. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.